Небольшое лирическое отступление. Так уж сложилась жизнь, что Россия постоянно залупается на суверенитет Украины. И ничего лучше, чем пойти геноцидной войной против Украины, Россия не придумала. В условиях, когда твоя держава борется за факт своего существования, твои жизненные приоритеты меняются и тебе не до Ютуба. Активная фаза конфликта с 24 февраля длится уже свыше 100 дней. И я, как человек, испытавший выгорание, уже хочу вернуться к нормальному образу жизни, в том числе снова взяться за канал Benchland.